Всем привет, Hollow Knight. Так, хочу пуху прокачать. Фраза... Блин, мне прошлый раз 2000 вроде, да, стоило? Сейчас так думаю, у меня денег-то нету сейчас. Не убивай кузнеца. А, вернулся. Я не понял, что он, типа, можно будет его убить, зачем? Вижу, у тебя есть немного бледной руды. Этот металл редкий и благородный. Дашь мне руду и немного гео за труды, я перекурую твой гость, и он станет сильнее. Ну, я так и понял, да. Немного гео, 4000. Так, денег давай. Ого! Это все, что у меня есть? Ага, ты талантливый коллег. Ну да, мы это уже, короче, это... А вот тебе тут что ты скажешь? Еще одно загадочное яйцо. Мало кто может похвастаться двумя в своей коллекции. Мне будут завидовать все коллеги, хоть мой кошелек и значительно опустел. Для коллекционера найти такую древность Hollow Knight большая отрада, но не только эти яйца остались нам с этой эпохи. Возможно, тебе уже доводилось видеть их, те древние статуи, похожие на вместилище душ. Они тоже свидетельствуют о существовании той цивилизации в своей грубой и необъятной манере. Хелма Делка. Да нет у меня денег. Нет у меня полезно. 400 надо мне. А чё у меня вообще за амулеты? Чё такое? А пробуждённый... Да, он типа пробуждён теперь. Амулеты не здесь, да? Да не здесь амулет, вот здесь. А, ну, в принципе, ладно. Пойду порману по быдрику. Сколько надо? 400? Порману. Ща у меня будет гвоздь вообще, гвоздь гвоздей. Давайте. Вижу, у тебя есть немного... Блин, да, мы это все... Да. Давай, конечно. 4 рубаса просто у меня. Как поживаешь? Тогда я примусь за... Давай, принимайся уже. Я хочу мощный гвоздь. Это максималочка или можно дальше будет точить? Готово, перековка завершена. Теперь твой гость намного сильнее, чем раньше. Сильнее просто быть не может. Только в твоем гвозде я узрел такой потенциал. Наконец-то я могу подивиться на великолепие чистого гвоздя. Чистый гвоздь. Подумай только, этот момент застал меня так скоро. Мне нужно выйти на свежий воздух. Ты убежал, типа что? Нет никаких секретиков. Я сказал, чистый гвоздь. Работа всей моей жизни выполнена. У меня осталось единственное желание увидеть и почувствовать удар этого гвоздя. Прошу, срази меня в своей последней миг. Я хочу ощутить на себе его совершенное лезвие. Так много времени спустя, после стольких трудов, ведь я это заслужил. Типа ударить. Попросили его не убивать. Хорошо, не буду. Ну, я как понимаю, это и есть, да, этот момент, когда я его, типа, долбану, и он умрет. Зачем? Он хороший был, хоть дайте глянуть-то, как он выглядит. Ой, какой он чистый гвоздь. Самое грозное оружие Hollow Knight, этот древний гвоздь, доведенный до совершенства, наконец, раскрыт во всем своем величии. Ну-ка, я вот этих буду убивать с одного удара. А, я уже всех убью. А, нет. С одного удара. Я хочу в Колизей пойти. А хотя у меня там... Подождите. Нет. Где-то в стоках, да, говорили? Просто есть. Где-то, я даже знаю, где. Да. Стоки, точно. Пойдемте тогда к тому боссу сходим. Шлепнем его. Я бы еще говножука бы, конечно, шлепнул. Второй раз. А, макушечку, да? Сильный удар по макушке. Да, как туда? Не падай. Не падай, духом. Гардемарин, ну. Так. Я так эту-то, да? Банкиршу. И не смог. Не смог ей денег принести. Хотя. Мне просто ключа нету. Ага, вижу. Нужного и полезного. Здрасте. Ой, все теперь с одного удара умирают. Перед моей мощью, да? Не могут устоять. Понятное дело, даже я, наверное, не смогу устоять перед своей мощью. Ага, вот сюда вот, да?
Отдыхать, не отдыхать. Что? Зачем просто тут отдыхать, да? Я лучше около вокзала останусь, а тут я сделаю пока вот эту штуку. Ага. Вот это что? А, нет, же тут ниже есть. Не понял. А, ну все правильно, под скамейкой. Тут где-то и должно, да, быть проход. Вообще просто. Бабка тебя за это уважает. Да, кого ты? А у меня шип убил. С какой силой? Силой гвоздя? Явно тут должен был убить, да? Почему его тут нет? Не знаю почему. Место, да, для босса однозначно. Есть что-то выше, а как выше попасть? Не, ну отлито. Прыжка не умею делать. Реально. Ну ладно. Пойду дальше его искать. Может где-то тут что-то сломать можно? Бойся меня, я не сильный, я слабый. Ты меня с одного удара убьешь. Выходи. Я пришел, чтобы умереть. Там еще кого-то побить умудрился. Уж не на себя. Все личинки убить, типа, для начала. И он такой разозлится, слышь. И зачем убил все мои личинки? И зачем? А зачем они тут лежали? А, все понял.
Я на это тогда тоже увидел личинки, сразу пошел их бить, а тут был такой вот проход. А, ну ты ж не умеешь в воде карту смотреть. Вот тоже логично, знаешь ли. О! Привет! Древняя матка! Пришел, да, такой? Трема-матка, значит. Ну и что это? Амулет? Трема-гнездо. Что за трема? А, так это амулет! Часть белого амулета, ее нельзя надеть. А нахер тогда она мне нужна? Трема, что, живой амулет из нутра трема-матки превращает мстительный дух в орду летучих и кусачих термо-лышей? А, вот этих, что ли? А зачем? Мстительный дух. Это же... А нахер? Хм. Не понял. А зачем мне это делать? Что я тут еще пропустил, говорили? Я пропустил амулет, нашел босс, нашел... А что-то еще было? Точно помню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Последней руды не хватает. Не, у меня все хватало, как раз таки. Самый скорый... Че? Не убивай кузнеца. А, ну ты написал, где достать. Да, я все достал. Все, я максимум. Тряпочку пощадить. Блин, возможно. Мне сначала показалось с тряпочкой, что ее, типа, если ты победил босса и ее не успели убить, то она выживет. Но вы пишите, что ее нельзя никак, типа, спасти в этом плане. То есть ее по-любому босс убивает, типа, это заскриптовано. То я тогда не знаю. Ну, бедная тряпочка. Жалко ее, конечно, девочку-то. Но она уже все как бы это, ну, вчера было жалко, а сегодня все понятно как бы. Осталось только у нас это. Как её зовут? Как тебя зовут? Ты че? Как забыл? Быть не может. Ладно. Ну она, короче, наша вторая, наша первая на самом деле она была, да. Тряпочка это вторая, а вот та третья. Ну третья то она вообще всегда с нами. Тут без вариков. Нифига, подняться как. Так, еще раз. Ага. Где? Да. А, окей. Да, окей, да. Где? Крюк лес есть дверь, которая открывает ключом. Ну, это я понял, да. Ну, это я понял про ключ, да. Это от места. Ну, фиг знает, короче. В какой серии это писалось? Ну, я в прошлой. Давайте откроем прошлую. Мы не гордые. Так, на, черепки-то, ну потом. А НПС тут где? Один босс, один амулет и один НПС. НПС я не нашел. Боссов нашел, да. И что там делаешь? Ты там... Биться. Ладно. Пойдем тогда используем этот ключ. Да? Блин, у меня столько мест еще, которые можно посетить. Там в одном месте по озеру можно проплыть, в другом месте, да, через эту черную гадость перепрыгнуть. Надо всех посещать. Мне еще... Блин, я хотел же говна ЖК убить. И вокзал рогачей сгонять. Что сделать? Что лучше сделать? Ладно. Так, не понял. А как легче всего в край королевства добираться? Нет, вот это да. Край королевства снизу. Вот отсюда? Нет, отсюда вообще не варит. Хотя можно, да, добежать до... А, ну да, вот отсюда, да. Чуть прямо там. Ну, в принципе, да. И добраться вон до туда. Вот до туда. Дверь, я не понял, где она, если честно.
Вот, кстати, вот место есть, вот тут вот. Вставайте. Да, да, да. Нужно через... Ага, окрестности дворца ехать. Вы поехали? Там на фуникулёре покатаемся. Фуникулёре. Или... Не, ну ладно, вокзал рогачей попозже. Сейчас. Я хочу уже зарядкой закончить. Я не могу дальше. Он сказал, ты можешь проникать в самые глубины. Могу, нихера себе. А сказали, 2400 нужно. Может, чтобы победить. А так хер победишь. Это выйти. Заряд-то крутой. Я чисто на посмотреть. У меня есть план, но я хочу глянуть его. И долго мне бежать. Ой, не так много. Да кого ты? Ну явно я его не убил, это был какой-то охранник. Ну, давайте войдем. Это что такое? Дворец, белый дворец. Да что прикалываешься? А вы типа бессмертный, что ли? Хера себе. А, вы вот, я понял, для чего вы существуете. Ну да, да, если... О, а как туда добраться? Я думал, что я могу по ним пропрыгивать, я не отпрыгиваю. Что-то я не рубанул. Так. Блин, я там около вокзала так-то сохранен. Это целый... Целая локация, да? Новая. А давайте-ка попозже, да? Я пока не готов сюда идти. А с другой стороны, я же сюда уже пришел. Да блин, у меня столько планов было. Хорош. Потом это белый дворец. Сколько можно? Надо следовать тому, что ему захотел. Все, я понял, да, что это. А босс оказался легкий. Но это не босс, это охранник какой-то. Я думал, что это босс. Наверное, про другого что-то решила. Подозреваю я. Теперь спокойно можно, да, сюда ворваться. Ага, и... а тут был белый дворец, но он разрушен, да? Типа, а у нас есть возможность, типа, в грезах его увидеть еще раз. Окей. И в конце, возможно, даже с боссиной какой-то сразиться. Тоже пойдет. Ну сейчас я иду в Колизей, а по пути хочу как бы открыть дверь любовным ключом, чтобы что-то достать, не помню что. Так, это куда? Нет, нам не нужно никуда, нам нужно вверх. Да иди ты нахер. Еще мне нужно две маски где-то найти. Одну маску знаю где, ну как знаю. Ну типа знаю, да. Как дела, лифт? Ну как тебе сказать, да? Ну я типа лифт. Вообще-то, ты фуникулер. Ну в целом, да, ты лифт. Ну я же говорю, да, что я лифт. Значит, лифт. Давай. Спасибо, лифт, что ты лифт. И тем не менее, все равно ты фуникулер. Туда, ага, мне вон туда, вон просто дырка там какая-то. Возможно, там дверь. Хотя не факт. Вау. А, ну да, все верно. А, больно, ты че? Кусается, а? Жопень такая. Так, мне как раз такие верхи надо, да? Удрасти. Да не пей ты его, за что? Кстати, а можно этого убить еще раз? Ну, типа, чего-то. Или пчела не грезила? Не грезила. Не грезила никогда. В грезы ее не войти. А то я королеву-то убил. Блин, за колонки, блин. Так, это проход в улей, да? Да где? Ага, да-да-да. Я черный ход туда нашел. Дырку, говорит,
дырку сделаю к вам, ничего вы не... Вот ты-то ты повернулся. Вот это ты молодец. Знал, да, когда нужно повернуться. Окей. Что за дырка? А, я тут, наверное, был, да? О, пчела, нихера себе. Вот тут-то вот, что такое вообще? Тоже какие-то пчелы. А, нет, тут я был. Кислота, ничего. Ничего, просто кислота. А чё? Да не, ничего. Ну, кислота, да. Ну, этих надо убить, чтобы подхилиться от них. Двоих одним ударом. У, красота вообще. Чё творю, да? Вот сюда, да. Сейчас... А, ну да, я тут, видимо, не был, потому что-то... Не. Может, выше, может, где-то она как будто может... Не. Здрасте. О! Тать. Ага. Надулся? О, слышу. Привет, дорогуша. Мне еще штук на 8 надо, да? Не, никуда. А это? А, ага. Не, давайте вот по красоте, да, сделаем вот это вот так. Ты чё их делаешь? Ага. А там точно, да? Ничего нельзя было. Тут не проход. Придется искать. Тут, да, нет? Нет. Вот тут, да? А, тут как раз таки я и был. Ну да, понятно. Ну тогда еще раз. Повторим наш путь. Просто, да, место для поплавать. Я понял. Люди любят плавать. А он не человек, конечно, он жук. Ну что, мужики тоже любят плавать. Не понял, это вообще ни капельки. Ага, сейчас где-то буду, да? Где-то где буду. Ага, понял. Окей. И куда я? Ну не. А, тут можно к говно жуку же сходить, да? А, подождите, он не здесь. Он. А, он вон там. А как отсюда тогда? Подождите. А, вот так вот пролететь. И вверх поднять, и вверх, и еще выше. Ладно, я иду в Колизей. Мы сходим потом. Так, вот так. Да. Даже сказал, смотрите, да? Как сильно я хочу в Колизей. Я туда прямо лечу, как ракета. Ну все, это место мы тоже прочесали. Что мы тут нашли? В общем-то, да? Ну, пойдемте. Не в Колизей. В Колизей попозже, да. Под конец. А, это ты меня купил. Я чё раз... Ага, все правильно иду. Я хочу вот тут еще дать черный портал. Здрасте, кстати. Два удара, да, сюда? Ой, как же вам больно, наверное, да? А ты? Ты тоже двух удар? Да блин, я думал, ты одна ударная станешь, если честно. Мечтал об этом, скорее, да. Не думал. А ты? Ага, выше. То есть дальше. Ну и выше. А ну вот с ним, кстати, неплохо, да? Зар это. Каждый по удару, и она тут.
Хорошо. Угу. А дверь-то где, кстати? Надо будет почитать. Дверь-то надо открыть. Ключ есть. Дверь есть. А где есть, никто не знает. То есть я не знаю, вы-то знаете. Надеюсь, что-нибудь классное здесь. А-а-а. Понято. Ча, пожди, пожди. Привет. Пройти такой долгий путь, чтобы умереть тут, на краю мира. А ты кто? А ты Маркот. Нет, ничего, не говори. Я слышал пустые слова от подобных тебе тысячи и тысячи раз. Твоя гордость, твои желания, твое отчаяние. Все это... А все это заберешь с собой, как только я с тобой покончу. Да она говорит, я это тебя вобью в горло. Так подними же свое оружие и умри, как те, что были до тебя. С двумя будешь пушками, да? Ну давай попробуем. А, ты... А, ты сквозь это пролетаешь, ничего себе. Ну ты классная. Нихера ты где вылетаешь? Не, ну это делать тут нельзя, я понял. Ну да, понятно. Не такое сложно. Просто неподходящий этот билд. Надо, вот это вот взять, вот это вот убрать, вот это убрать. Вот это тоже, вот это оставить, конечно. Потом, понятное дело, да. Понятное дело. Чё, одна ячейка, целая одна, ничего себе. Что можно на целую одну взять? Это, не, нафиг. Чит грез можно было, да? Чит грез против щита грез. Ну, и... Да, не нужно, не нужно. Такие сердца всякие. Блин, что взять-то? Прикач. О, прикач будет, ну, хер знает зачем. Так, вот так вот. Нет, вверх. Угу. Сейчас мы с тобой поборемся на кулачках. А что я взял еще? Вырежем. Да давай. Ребят. А, я тебя взял. Фокус. Фокус. Мне так уж она и нужна, конечно. Ты вообще врубился-то? Да ну ты брось. А, вот так вот, да? Да блин! Ни хрена себе. Не, ну тут либо... Ну похилиться тут, конечно, не получится. Понятно, да. Надо дамагом его просто взять и задавить. Как вы считаете, да? Просто вот взять и просто задавить дамагом. Где ты там? Живительный. Джонни. Ага, взять. И... Ловкача, брат. Ну, давайте тебя возьмем, уж подхилиться. А, тут подхилиться-то вообще не по... Зачем тогда его брать? Ну, типа, как будто мана только для хила. Да, больше ни для чего мне мана не нужна. О, давайте будем вонять. А чё бы нет, ну? Не в ту сторону, хорошо. Я думаю, что я просто, да, смогу его задавить дамагом. Да давай быстрее, ты такой долгий.
Посмотрим, короче. Давай. Да, блин, ты куда улетел? Я тебе разве разрешал куда-то улетать? А? Еще 5 сердечек. Еще такого можно одного. Половину такого. Никогда, никогда мне еще не побеждали в битве. Я вижу, вижу себя все еще спящего, как долго я лежу тут. Откуда я знаю? Тут на краю света никто не смог найти меня, кроме тебя. Воины, рыцари, рыцари, короли, даже само время, все они властны надо мной. Все они не властны надо мной, только ты. Ну, я ж король. То есть тьма, так иди и поглоти меня. Иди, зачем идти? Две сто сразу, ничего себе. Тело воина, вооруженного щитом и гвоздем. А чё какой-нибудь там... мы не ждали это. Две с чем-то. Еще 300, да, грубо говоря, осталось. Даже 200 я... вот тут. Да? Да, 200. Это 22-то найти вообще не проблема. Ну, то есть, у меня столько этих цветочков распечатанных. А куда есть? Так, ладно, куда? Так, ладно, прочитаем этот комментарий по поводу, где это находится. Еще раз. Один НПС, а там не клюет, да? А, это нету другая. Вот это вот тут, вот, да. Так. Сейчас посмотрим. Ну, если что, сразу в Колизей потом рванем. Долго не буду искать. А Колизей, да, нужен. Мне еще на одну маску собрать по-любому. Чтобы всех вот этих вот тяжелых боссов убивать. Чтобы не пыхтеть на них 3 часа, а прийти. Это, кстати, говно по-любому затащило. Я уверен в этом. Говно, оно всегда такое. Трюкач, блин. Так, трюкач. Что я беру? А, тебя беру. И на трешечку я беру. Аманский камень. А, допустим, да. Нет. Карта, да. Край королевства. Где вот просто тут? Найти бы эту дверь вот так вот с этой. Где там синенькое, вот это вот. Там оно. Вон, вижу дверь. Все, я понял, где дверь. Ага. Кстати, очень рядышком. Окей. Это тот вокзал. Ждите. Из какой-то вокзал я могу... А, нет, да, там другая дверка, точно. Вспомнил. Да. Через этот вокзал могу попасть туда. Да. Все-таки добрался до того сундука. Точно, через сломанный вокзал, да. Умри. Во-во-во. Не будь дурой. Так. Да, все верно. Не туда. А как мне выше забраться?
Не понял. Интересно. Тут аж две двери было. Видимо, не они, да? Это тут есть проход. Сима где-то есть, однозначно. О, листики. Ничего себе. Ну хорош, ну успокойся, падать-то. Я хочу падать. О. Подождите. Так, это у нас кто? А вон город слез. А я туда пришел? Королевский? Да, я туда пришел. Значит, надо выше мне просто. Ай. Угу. Ай, да ё-моё! А как выше-то? Вот тут, что ли, да, типа? Ну, видимо, да, с той стороны, типа, подходим, да? Тут где-то забираемся. Идем выше. Как-то так. А, там что-то, смотрите, да? Ничего. Видали, да, сколько там всего? Ага, все равно стреляю, Йоргу. Да, это самый опасный враг этой игры. Так, кого ты? Хорош там убивать, я чуть не сделал толстячок. Милый, добрый толстячок, ну. За что? О. Так. Привет. Так это же этот, нет? Как его? Блин, ну этот, нет? В капюшоне. Я тут был точно. А тут что такое? Это-то куда мне и надо, да? О, по-любому, да? Да, ключ любви. Вот так вот, да. Нас тут ждет любовь, походу, да? Да. Че? Ха-ха-ха!
это понравилось однозначно. Руману. А это он типа из всех спрятал, да, я понял. А, это гусенички, да. Они в этих банках сидят, это эта мразь их спрятала. Сразу две, ничего себе тут мог достать. Нихера себе. Три. Карта коллекционера. Удерживайте Б, чтобы смотреть на карту. Ну да, да. Теперь все гусенички отмечены на карте, да? Видимо, тут не осталось. Во, гусеничка, ага, в зеленой тропе есть одна. Вот гусеничка, ага. Две осталось. Речит, нихера тут гусеничек. Вот я туда не знал, как попасть. А сюда я вообще даже представить. Ну да. А, и вот сюда. Да, туда я понял, да, как попасть. Туда нужно жука нацелить. А вот сюда. Ну тоже, наверное, так же жука нужно будет. Вот гусеничка еще есть. Угу. Во, нихера вас еще! Вы че? Я думал, уже все почти. Их штук 8 тут. Ну я подумаю, буду я все их собирать. На 100% проходить. Ну, возможно, стоит, да. Куда? А, ну все. А как тебе два прохода, кстати, открыть? Там же две железные двери. Ну, забавно, да. Ну, он легкий очень, да. То есть я не старался, а если б старался, вот тут вот две двери. А, не тут. Или тут. А, вот тут. Все, понял. Ага. Открыл и открыл, да. И чё с того, как говорится. Ну все, Колизей. Колизей и на сегодня закончим. И, ну и да, толстячка убью, конечно. Угу. Ты хорош. Падать тут, блин. Ой, только идти долго, конечно, от этого Колизея. Ну ай. Не смотрит он карты в воде. Особенно в кислоте, говорит, карты не люблю смотреть. Что дадут за поиск, если я найду всех гусеничек? Что мне дадут? Что-нибудь классное дадут или просто там это... Типа, ты нашел всех моих шлюшек, ты молодец. Можешь одной воспользоваться, ну как бы... Допустим, что мне не нужны они, потому что у меня есть корнет как минимум. О, сколько их зовут. Ну и у меня есть всегда готовые... Не знаю даже, как ее зовут, никогда не знал. Ну вот она всегда готова, это 100%. Там любовь вообще безвозмездная. Так что зачем они мне? Ну если что-то классное дадут, то конечно надо делать. Ого. Ого, вы что, реально, да, так взяли и просто появились? Просто, говорит, а мы просто захотели и просто появились. Что нам, да? А, это к черву, к этому. А я чё? Да блин, я реально зачем сюда шел? Так далеко прыгал. Тут проход? Не-не. Ну меня просто это... Я думал о гусеничках. Блин, сейчас... Я так подуставший сегодня такой. Сегодня это ПВЗ была очень сложная катка. Прям вот... Это когда про хардкор говорят, говорят про такие. Но... Я так устал. А сейчас 11-минутная катка на аренке, и я вообще с ума сойду. Ну да, все равно надо. Я думаю, что с каким-то дамагом вообще без проблем все будет. Тем более у меня даже вот этот есть. Если что, можно просто прыгать. А он добьет. Убьет, добьет кого нужно.
сынок-то мой. Это не нас радовал. Под жопу. Даже эти уже с двух ударов умирают. Это висит на... Не огричал, взорву. Нет, нам не сюда, нам сюда. Пацана-то зачем? О, видали просто? Ну вот просто пришел и просто убил. Без проблем вообще. Это все гвоздь, да, это все амулет. Я думаю, с такими-то бафами. Это как этого мужика я победил. Че ты там? Он даже не смог мой хп продавить. Да, 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 мы знаем, мы знаем, мы знаем, все знаем, все знаем, все умеем. Тут сказали, есть еще секретная комната, вроде как около скамейки. Быстрее. Так, ну, понятное дело, отдохнем. Понятное дело, амулеты поменяем. Вот этот нам не нужен, не нужен. Не нужен. Нам нужен быстрый хил обязательно. Да, и две у нас есть на убивание, да? Ага. Манки. Я не понял. Ничего себе, то есть это каждый раз можно с полным этим... Ну... Вон она чё. Ну ок. Ну да, да, конечно. Пойдемте попробуем победить с первого раза. Да, 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 я знаю. Там он в маске уже. По красоте все отделал. Это не кости, честно, честно, там что, да? Да, там тайник какой-то. Это что? Такой, да? Невеселый дядя там. Блин, надо с первого раза. Да. Да короче. Да. Да. А у меня сейчас еще и этот же есть. Уклоняшка, да. Так, что творите? Что хотим, что же творим? Ага. Да, блин. Непонятно, что это было. Ой, с трех ударчиков она тебе, я даже столько убью. Ага, помню, да, хилиться тут нельзя, ну ладно. А эти вообще с одного теперь умирают. А, блин, что я такой нажал? А, ну да, это она похилится, точно помню. Вы с двух ударов перебивали. А вы раньше вроде с двух умирали. Да кого ты творишь-то? Так, подхилится, но... Да шиши! Да куда ты их вызвал? Так, не, не убиваем пока, да? Надо хилиться. Так, что сейчас будет? Ага, помню, помню, на самом деле. Блин. Ага, о, помог, да? Ага. Ты чё, бьёшь-то зачем?
блин. Чё, сейчас? Ага. Ага. Надо отхилиться. Вот они мне тогда угрозу представляли самую жесткую. Так, первый даран закончен. И все еще, да, умирает? Больше, чем с одного удара. Ну давай. Или что? Не понял. А? Я слишком быстро убил его. С этим быть, ну, я не ожидал, у меня хп не хватало, я плохо вышел на эту фазу, я должен был хорошо выйти. Я подозреваю, это последнее. Не смог я, короче, победить, я устал, я не могу, я хочу спать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи.